Всем привет, ребят. Ну что, многие спрашивали, что там по десятке, где десяточка. Десяточка есть, я постепенно подкачиваю героев. И сегодня мы качнем не всех героев. Мы сегодня прокачаем, ну, такие более-менее топ-25. У нас нету двух недостающих героев. То есть это последние герои. У нас Минотавр, все остальные на 10-м скилле, со скинами, все дела, все как положено. Сегодня мы их вместе с Миносом доапаем до максимума, то есть мы сделаем топ 25 плюс-минус героев. Соответственно, я посмотрю, сколько силы мне надо будет поднять на одном интересном аккаунте, и мы с вами начнем тесты, интересные тесты героев на обычных, скажем так, прокачках, без прорывов, то, что может сделать бездон плюс-минус. То есть мы будем тестить, я вам так наперед забегу, будем тестировать и героев, тоже все-таки сильнее, против какой сборки что лучше. Ну, в общем, будет очень много интересного. Потом я, конечно же, разыграю этот аккаунт и буду играть на другом. Так, окей, поехали. Минотаврик. Заодно и посмотрите, где какие топовые сборки у нас. Сколько мы силы прокачаем. Вот. Что нам предлагает уже прорывы качать. Спасибо. Но мы особо увлекаться этим не будем. Так. Плюшки нам дают. Смотрители здесь не построены, я специально смотрители не строил, как видите, здесь таблетки даже первого уровня, и сила у нас будет на аккаунтах одинаковая, потому что через рейд или через практику, ну то есть сила аккаунта влияет на атаку героев, поэтому многие параметры будут одинаковыми, чтобы определить, какой герой как будет тащить все-таки круче. Так, что тут у нас? Понятно. Поехали дальше. В общем, поехали трешевать. Ну, Миносом тут бессмысленно. Тут только чисто через золото будем фармить. Потому что Минотавра, если я сейчас буду через рейды фармить, тут у противников, как видите, не особо там много. У меня, кстати, скина нету. У Миноса не особо много запасов золота, потому что сила у нас не особо большая. Смотрите, плюс 2000 сразу же. Неплохо тогда, а? Прибавочка идет. Сейчас попробуем так. Всех апнем до 180 по Берику. Потом уже посмотрим, сколько там. Ну, 160, 150 прибавка будет от героя. Некоторые таланты я здесь поперекачиваю. Почему поперекачиваю? Я сделаю такие более стандартные. Мы будем тестировать с такими хорошими топовыми навыками героев, чтобы против этих, чтобы определить, какая же все-таки сборка лучше. То есть это в плане для бездоната будет очень полезная инфа, потому что вы сможете, будете знать уже наглядно, до чего вы можете дойти, ну, там за ближайшее как бы время, потому что, ну, максимум вы все равно не выжмете. Надо очень много доната в нынешних реалиях. С такими обновлениями, как вот это, ну, получить там нового героя за прокачки на 13-й. Ну, в принципе, дают кучу, дают плюхани. Кстати, надо зайти забрать халяву. Так, получили мы осколки. Ну, 1600, вот это да, вот это вот. Сколько я сегодня открывал уже... Первый раз получил, честно говоря, 1600. Жесть. Такс. Переводим. Переводим этих героев до 10 звезды. Ну, я думаю, 1120, наверное, апнем. Должны где-то так, плюс-минус. Я сам и не трачу здесь, как видите, расходников хватает. Я постепенно забирал ресурсы, чтобы не было проблем, ну, не бегать по рейдам, сэкономить время.
уже 77. Я специально поставлял на первой звезде, не качал дальше. Сейчас заодно проверим, сколько у нас прибавка будет от 25 героев. Соответственно, вы знаете, что у нас там 103 героя максималка. Будем знать, сколько можно с максималки получить при прокачке на 10-10. Они без аугментации все, без созвездий и без прочего. Почему? Потому что это уже, скажем так, донатная большая часть будет. Да, аугментацию можно сделать, но созвездие и чары — это уже, скажем так, более донатная часть. Без донаты, понятно, прокачают, там 11 и 12 без донаты вкачивают. Но самый сок, самый тест, когда герой именно не прокачанный там, потому что тогда уже получается разные герои. А тут у нас будет чисто стандартная сборка, которая была раньше, которую можно будет протестить с разными талантами. Так, съесть. Быстренько, конечно, силушка качается. Ну, для каждого героя, как видите, свой разный порог увеличения силы, потому что все зависит от того, насколько герой прокачан, там восьмерка, девятка, какой талант, какие его статы. То есть от этого очень многое зависит. Уже не хватает у нас значков почета, но это не беда на этом сервере. 1000 с копейками книг. Такс, девятка. Ну, я многим героям буду перекачивать, менять таланты. Будем ставить восьмерки, скорее всего. Девятки сливать там, где скина нету, ставить восьмерки, чтобы был более такой интересный тест, потому что девятка — это уже... Ну, можно одну девятку прокачать, но потом захотите затестим еще с девятками. Так, съесть, отлично. Топовый талант. Ой, чуть не нажал. Сколько мы там уже их качнули? Уже 90 под 100. 5 героев нормальный плюс дают. Плюс 3000. Так, окей. Смотрите, сколько нам еще героев качать и качать. Хорошо, когда у тебя ресурсов хватает. На русском сервере даже с донатом таких ресурсов вы не получите. Там придется и больше донить, и ресурсов вы получите на порядок меньше. Так, что там, соточку преодолеваем еще. Смотрите, сколько у нас героев. Вот командорка, это последний у нас из таких героев. Ну, кого я включил до топ-25, это такие самые востребованные у нас будут герои. Возможно, еще кого-то возьмем. Уже по ходу тестов определимся. Посмотрим, что у нас там будет меняться.
хороший аккаунт. Мне интересно, сколько в итоге силы можно будет, если фул алтарь качнуть так. А без гарнизона, в принципе. Ну, сейчас посмотрим, сколько в среднем дает. То есть это не максимальная прокачка у нас получается, а просто прокачка. Вторая эволюция, сотый прорыв у них стоит, у этих героев. Талантики восьмерки, девятки, ну плюс-минус, потому что мы качали так выборочно, и десятые скиллы, то есть скилл больше, чем 10, только Минотавр один у нас со следующим скиллом. Ну, а остальные, как вы видели, они не прокачаны, они силы вообще не дают. А плюс здесь, конечно, прокачанные здания, скины, они тоже дают силы, но нету смотрителя. Если мы добавим сейчас сюда смотрителя, мы можем прилично, это мы тоже сделаем потом, посмотреть, сколько будет прибавка силы от смотрителя. Но я пока этого не делаю, потому что не хочу, чтобы смотрители вообще как каким-то образом влияли, и плюс сила на прокачку и на тесты. То есть смотрителя издания я тоже не качал. Так, сколько у вас там еще? А, еще пару. 5, 6, 7. Ай, блин. Нашел случайно собак. Ну, в принципе, первый, то не страшно. Обидно все равно, видите. Вон у нас первого скилла еще. Что-то мы его не качнули. Талантик сейчас качнем. Плюс 20 атаки, 500 жизни. Не сильно, конечно, оно повлияет, но все равно. Чуть опять не нажал. Да, даже больше будет. Такс. Еще 4 героя, ребятушки. Еще чуть-чуть. Космо. Смотришь, блин, это ты все делаешь за пару часов. Я понимаю, что потратил зря пару лет на русском сервере. Многие ребята попереходили и не жалеют. Так, последних два героя. Так, раз. И два. Роза. Отлично. Итак, смотрим наш алтарь. Что у нас получилось? Раз, два, три, четыре, пять,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Вот так вот, 25 у нас героев. Но Минотавр это явно он в тестах будет проигрывать. 25 героев плюс... Давайте... Сделаем тут апгрейд и в среднем посмотрим еще прибавку. Это 23 героя по 165. Ну, плюс-минус 160 берем. 23 героя по 160. Где-то мой калькулятор. 23 умножить на 160. Это 3680. Теперь дальше у нас 127 900. Уберем 128 000 в среднем. 128 000 у нас. А было. А было 62 минус 62 плюс 4, короче, 70 000 берем в среднем. 70 000 мы имеем с 25 героев. То есть, соответственно, имея 70 000, у нас 100 героев, ну, умножим плюс-минус на 4, это 300 000 прибавка у вас будет к силе без прокачек. То есть, ну, это я так образно говорю. В принципе, неплохо, я считаю. Плюс 300, плюс, смотрите, 400, где-то до 500 можно дотянуть, в принципе. Но это так, чтобы вы себе понимали, это надо просидеть практически пару дней, чтобы это все прокачать, подготовить. В общем, ждите тестов, думаю, будет интересно. Пишите, что вы хотите увидеть. Всем удачи, всем пока.